Сотрудники МЧС регулярно подвергают свою жизнь опасности, спасая людей. Но есть и маленькие герои, которые, несмотря на возраст, следуют по тому же пути, просто потому что не могут иначе. Один из них – Богдан Асадулин. Он вместе с братом помог спастись пожилой супружеской паре в начале февраля. Я вышел на улицу, слышал, сирена пищит. Смотрю, пожар, зову маму, Рамазана. Потом побежали за соседями. Потом это прибежали, значит, стекло разбили, бабушку, дедушку вытаскивали. Там, когда дверь уже открыла в коридор, оттуда зайти было невозможно. Даже не знаю почему. Но, скорее всего, что переживали за бабушку с дедушкой, поэтому... Богдан учится в 7-м кадетском классе МЧС в небольшой школе микрорайона Максимовка. Мальчик сразу понял, как нужно действовать. Благодаря его с братом бдительности удалось избежать трагедии. Их уверенные действия оценили медалью за доблесть. Наши герои совсем юные, но уже очень мужественные. На вопрос о том, хотят ли братья стать пожарными, скромно отвечают: «Все может быть». В этом году 230 ребят получат медали, которые учреждены с 2020 года за свои героические поступки, медали Совета Федерации. И 60 регионов они представляли. Многие говорили о том, что мечтают посвятить в будущем свою жизнь, стоять на защите нашего Отечества. Кто-то уже определился, что будет работать в органах внутренних дел, а кто-то в Министерстве чрезвычайных ситуаций. И, глядя на них, знакомясь с их судьбами, восхищаешься, что не по годам у них такое большое, доброе, отзывчивое сердце. Еще один юный герой, который без раздумия бросился на помощь – Максим Гришуков. Он с друзьями отдыхал на водохранилище в середине июля. Они заметили мужчину в нетрезвом состоянии, который начал тонуть. Он изначально как в воду упал, он под водой пробыл 3 минуты, мы его вообще не видели. Мы начали искать на месте из-под воды, начали выходить пузыри, и мы начали на том месте искать. В 8 метрах от берега, это глубина 2,5-3 метра была. Мой друг Хабиров Айдар схватил его за ногу и передал нам, Тюраеву Данилу и мне. После чего мы его вынесли на сушу, откачали, и в этот момент я пошел вызывать скорую помощь. На моем месте, мне кажется, каждый бы так поступил. Население, которое участвовало в спасении людей, тех людей, которые попали в беду. И те, которые проявили мужество и спасли людей. Умение действовать – это показатель того, что мы правильно обучаем детей поведению в экстренных ситуациях. И эти дети не растерялись, правильно действовали, спасли, во-первых, свою жизнь, но еще и другую жизнь спасли. На фестивале безопасности «Созвездие мужества» считают, что подвиг не знает возраста. МЧС Башкирии наградила всех юных героев, спасателей и профессионалов, которые предупреждали население об опасности и помогали людям в трудных ситуациях. Спасатели отметили и работу нашей коллеги из редакции ЮТВ по югу Башкирии.